Я узнал, что выйду в старте буквально вот за час-полчаса до игры. Эмоции, первые эмоции, конечно, были положительные. Какой-то азарт появился в глазах. Само собой, волнение небольшое было. Эмоции получил невероятные после этой игры. Вышел за основную команду. Это мечта моя была — выйти за основную команду. Был момент, надо было реализовывать. Но ничего, не расстраиваюсь. Буду работать, чтобы в дальнейшем не было таких ошибок. Разница между второй лигой и ФНЛ в плане скорости игры и борьбы, принятия решения гораздо меньше ФНЛ. В команду приняли очень хорошо ребята, взрослые поддерживают меня, в каких-то моментах подсказывают мне. Чувствуется уровень, конечно, на тренировках по сравнению с второй командой. Здесь тоже скорости быстрее гораздо, борьба вот очень хорошая. Буду стремиться доказывать, работать на тренировках. Все родные и близкие смотрели игру, да, поддерживали меня. Болельщики писали положительные отзывы после игры. В дубле ребят подкалывают, что вот звезда приехала. Все отлично, эмоции хорошие. Я благодарен, что выпал такой шанс. Вот, буду цепляться за каждую возможность, буду доказывать, работать на тренировках, чтобы в дальнейшем зацепиться и попасть в основной состав команды.